Создатели программ, сайтов, множество электронных языков, которые подвластны людям именно этой профессии, отмечает профессиональный праздник Дня программиста. Среди вечных программ, файлов, спамов, грозных вирусов Магомед Муртазалиев работает не так давно, однако уже имеет марку профессионального программиста среди коллег на работе. Работа нравится, да, не скажу, то что тоже не зря, тоже закончил универ, ходил на программиста. Это закончился. И в основном, что мне нравится здесь работа, что я могу, то, что есть какие-то проекты свои, да, реализации. Я могу реализовывать это все на программе, где потом буду видеть продукт, можно его продать, реализовать и как-то еще на зарабатывать. Большая часть рабочего времени Магомеда пролетает, сидя у компьютера. Крепкая с ним дружба дала немало результатов, таких как разработка первого городского сайта администрации. Где добавляю новости, всякие информации, материалы, документы, нормативно-правовые акты, деятельность администрации, касающиеся, какие-то мероприятия, проходящиеся в городе. Все это появляется на нашем сайте. Также я еще сам занимаюсь тоже разработками сайтов, где на данный сейчас проект у меня есть один рабочий проект. И сейчас я его дорабатываю, но он еще пока на стадии доработки. Сейчас в творческих планах молодого и перспективного программиста разработка нового сайта о дагестанских свадьбах. Пока же основная работа направлена на обеспечение информации первых лиц города и коммерческие заказы. В основном идет от технического задания клиента. Когда вот приходит, да, вот какой-нибудь клиент, заказ, и вот не поймешь его, да, вот, что он хочет, да, вот заказать, и приходится как-то вот гадать, что надо сделать в этом заказе. Конечно, было бы, конечно, хорошо, если клиенты, да, вот приходили, да, или помогали, да, вот разработчики техническим заданием. А так в основном сложности связаны бывают, то, что нам приходится с технологией совершенствоваться, что-то выходит все новое и новое, и нам приходится совершенствоваться, выучить новые программные средства, какие-то новые языки программирования доучить, чтобы что-то добавить, чтобы совершенствоваться, было, чтобы более лучше выходил наш проект. Паскаль, Basic, бинарный код. Мало знакомые простым людям термины, но столь доходчивые и необходимые для повелителя компьютерного мира. Ведь, как известно, класс программиста определяется его умением написать код минимального размера. Однако истинных программеров зачастую путают с большим количеством юзеров, геймеров, хакеров и прочих. Праздником желаю здоровья, счастья и успеха в работе. Всего наилучшего, всего хорошего. Добивались чего-то и создавали, и делали. Ну, короче, занимались своим делом. Чтобы делали хорошие сайты, никого не взламывали. Фарида Казаметова, Ренат Велиев, новости Каспий ТВ.